Поговорим об преобразовании базовых типов данных. Например, у нас есть байт a равно 4 и int b равно a плюс 70. В итоге мы получаем 74. Но, к примеру, записать байт тип, он уже сразу начинает ругаться. Потому что байт занимает 8 бит. 1 байт занимает 1 байт, а int занимает 4 байта. Поэтому нельзя 4 байта запихнуть в 1 байт. Поэтому он ругается. Можно, конечно, это все дело как-то обрезать, попробую сейчас. Не, он все равно ругается. Может, если мы здесь напишем 70, приведем. Тоже нельзя. Ну, вот такие штуки, даже если плюс 7. Да. Как бы по-простому преобразовать не получается. В принципе, это и тема нашего занятия сегодня. То есть, в любом случае выдает ошибку. Но если мы, получается, все вместе, вот это выражение, да, составим, как было, 4, тут 70, преобразуем все это дело в байты, то компилятор не будет выдавать ошибку. Я забыл. Та-дам. Тут главное не залезть в число больше 255. В общем, есть сужающие, есть расширяющие преобразования. Расширяющие это, например, байт. Равно 4, к примеру. Ну, 5. Пусть 5 остается. Возьмем uShort. B равно A. uShort занимает 2 байта. Байт занимает 1 байт. B у нас использовалось. И не A, а тут байт. Вот так. То есть это занимает 1 байт, это занимает 2 байта, и мы легко в эти 2 байта записываем этот 1 байт. Это называется типа расширение, расширяющее преобразование. Теперь сужающее преобразование. Например, uShort.
В общем, что мы здесь получили? У нас было цифра 4 в U-шорте, это куча нулей, не буду точно писать сколько. 0,01, ну, 16. А в итоге мы получим... Раз, два, три, четыре, пять, один, ноль, ноль. Мимо. 8 битиков. Ну, типа сузили. В случае с расширяемыми преобразованиями всю эту работу выполняет компилятор, и это называется типа неявное преобразование. Единственное, что здесь надо добавить, здесь, например, у нас была цифра 4, и мы преобразовали его в... Давайте не отсюда начнем. Вот здесь была цифра 5, мы преобразуем ее в U-short, то есть... точка запятой не писала. Там сколько-то 16. А, это байт. 2, 3, 4, 0, 1, 0, 1. Вот мы пятерку преобразовали. Фиг его знает сколько. 1, 0, 1. Тут 16 должно быть. Написал наобум. В такое число. Но если бы тут было минус 5, то компилятор уже ругается. А байт, походу, не мог. Вернемся к занятию про типы, да? S-байт это получается от минус 125 до 28 до 127 плюс. Вот. И тут то же самое получается, без U. Вот так вот сложно с этими типами, надо их чаще смотреть, но видео я галимое записал. Будет время, надо будет его переделать, наверное. Хотя вряд ли у меня на это будет время. Вот. Шорт. И в итоге мы получим... Шорт это от минус 32768 до 32770. 767, и получается знаковый есть биты, и в итоге мы по факту получим, о чем получаем по факту, интересно. Давайте посмотрим, минус 5 у нас это как это вообще. У нас 1 байт, значение минус 5. Получается, все вот эти нулевые до знака будут в единице. То есть минус 5 еще раз. Что сделал? Тут уже немножко другая логика. Поэтому сложно будет судить, но суть такая, то, что у нас была цифра 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, это минус 5. И когда мы ее преобразуем short, то есть windowский short, плюс-минус, то вначале в битах записываются единицы. Ну, сколько это там? 0, 1, 1. Вот. То есть компилятор впереди пишет не кучу нулей, а кучу единиц. Это про неявное преобразование.
про явное преобразование. Ну вот пример явного преобразования. Double равно. Да, было, да? Do четыре точка ноль. Децимал. Деца равно до ну как видите студия ругается на это дело, поэтому мы явно укажем децимал. Вот так вот. Посмотрим, что она выведет. Четыре. Чем-то все в инте выводит. Ну, а нам-то что? Рассмотрим другую ситуацию. Что будет, например, в следующем случае? Один равно 33. Int b1 равно 600. Byte c1 равно байт а плюс б. Казалось бы, все хорошо. Ну, кто-то, может, уже допер, в чем причина. Что я хочу показать. Ну, 633, да, должно получиться. Ну, максимум 121. Потому что число 633 не попадает в допустимый диапазон для типа байт. В итоге получается число 121. И, в принципе, это любое число, да, получается. Будет такое выдавать. Нет, 44. Почему? Сорок шесть. 512. Окей. Я удачно 512 подобрал, что ли? Да. В общем, это надо в битики переводить, чтобы посмотреть, что происходит. Почему такие числа? Ну, суть в том, что это число обрезается. И из-за того, что оно еще и больше, чем туда может лезть, пишется не все.
Мы, конечно, можем что-нибудь написать, типа 46 плюс 25, и это будет работать, потому что это до 255. 71. Вот. Но все, что 200 больше 255, будет обрезаться. То есть сюда надо будет писать другой тип какой-нибудь. Иначе преобразовывать. Однако ситуации могут быть разные. Например, мы можем не знать, какое значение будет у А1, у Б1. Мы просто попытаемся что-то сделать, а у нас не получится. До этого можно сделать try. Так, давайте повыше сделаем это. Удобно. Сам табит. И здесь мы напишем такое ключевое слово, как check it. Check it, короче, возвращает ошибку, если что-то не так. Так. Он ждет тут второе слово catch. Типа поймай ошибку. И эта ошибка будет называться over flow exception. X. Не спрашивайте, почему X. Потому что... А, это как типа функция. И тут не надо ничего такого. Он... Соль. Типа он вот эту ошибку в X записывает, и мы типа из X вытаскиваем месседж. Видимо, помимо месседжа еще что-то туда кидает. Ну вот нам должны выкатить ошибочку. Почему-то не выкатили 71. А, ну правильно, я же забыл тут цифры-то побольше поставить. 900. При выполнении в результате выполнения арифметической операции. Самое интересное, что он даже на русский переводит это все. Круто. Ну, в конце приведена табличка безопасного перевода типов и изображение этого перевода на графике. На этом все.